Всем привет! С вами Екатерина Толстова, и это программа «Топ-5 российских клипов» на канале «Поговорим плюс ТВ». Ну а партнер программы – фотостудия Dream Studio. Каждый день выходит множество свежих клипов от разных исполнителей. Ну а сегодня я хочу предложить вам 5 самых зачетных клипов этой недели. Стартует первый в нашей пятерке, самый стильный и актуальный, несмотря на название, клип Елены Темниковой «Немодные». Я в твоей хуже. Идем на балкон. Мне пух, что увидят люди. О них мы потом. О них мы потом. Ну что мы решаем теперь? И твой ответ положительный. Уютный, холодный отель. Зачем мы торопим события? Ну кажется, нам это круто. И мы выжигаем минуты. Тату фиолетовым цветом. Тату с фиолетовым сердцем. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух лечат эти. Как мы хотим. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух лечат эти. Как мы хотим. Дым сигаретами замаскируем. Нам лучше раздетыми себе рекомендуем, дуем. А пока в твоей коже не модной, но теплой. И пусть все так и будет. И снаружи бьет по стеклам. По стеклам. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух лечат эти. Как мы хотим. Такие немодные. Греешь губы холодные. Мы кожей пытаемся уловить этот мотив. Такие немодные. Шепчут губы холодные. Мысли вслух лечат эти. Как мы хотим. Начинающая группа, самостоятельно завоевавшая симпатию ведущих радиостанций со своей первой композицией. Дуэт не только сам исполняет песни, но и является авторами текстов. Эдгар и Эмма, «Тебя мало». Ребята расположились на второй строчке топ-5. Произнесу твое имя и буду мечтать о тебе до рассвета. Надеюсь увидеть тебя на берегу, где будем только ты и я. Ведь ты единственный человек, кому я произнесу слово «люблю». Один лишь раз и навсегда. Тебе мало, так мало. Тебе мало, поверь. Тебе так не хватает меня. Это бесит, и я словно зверь. Открой свою душу. Она как океан. Подари мне минуты, где будешь сама. Я с тобою сам. И если я тебя укрою поутру, рукой по телу нежно-нежно проведу. Ты знаешь, что ты мой ангел, ты мой океан, а я твой вулкан. Потратила, чтобы была я милой.
просыпаюсь, я тебе улыбаюсь. Вижу завтрак в постели, мало так мало одежды на теле. Мне не хочется завтрака, не хочу просыпаться. Я держу твою руку и в голове много-много дистанции. И если я тебя укрою поутру, рукой по телу нежно-нежно проведу. Ты словно моя киса, моя зайка, я твоя. Популярный исполнитель и автор песен Валерий Меладзе представил долгожданный клип композиции «Мама, не горюй», записанный совместно с группой Mi Band. Судя по отзывам в сети, клип пришелся по вкусу многим зрителям. Предлагаю его оценить и вам. Валерий Меладзе и группа Mi Band «Мама, не горюй». Третья позиция топ-5 недели. Включаю свет, один у телевизора, но новостей там нет, и в общем нету выбора. Отель забытый Богом, и поле бесконечное в окне. Зачем мы так спешим туда, где нас никто не ждет? И от себя бежим куда-то в прошлое свое. Ошибок было много, но может это лучшее во мне. Сложить два горна крылья и перестать мечтать. Перелистай, перелистай. В общем, мама, не горюй. Смейся, мама, не горюй. Будет и под нашим небом праздник. В общем, мама, свет, и наступает темнота, и входа ко мне нет, и от меня нет выхода. Печаль моя растает, и утечет, как та вода. Ну не могу я так сложить два горна крылья и перестать мечтать. Смейся, мама, не горюй. Будет и под нами.
написал, все тороплюсь на встречу с мечтой. Ты знаешь, сын твой упертый, за что-то как взялся, уйду туда с головой. Лечу на скорости, мама, мне трудно дышать, я все ищу ответы во снах. Хочу, чтоб знала, со мной летала, и наконец самому бы понять, о чем кричит моя душа. Но не могу, пора бежать и взять свой шанс, свой каждый шанс, пока не сбившиеся мечты. Перелистай, перелистай эти страницы нашей книги. Узнаешь, мама, вскоре ты. На днях эстрадная исполнительница Слава представила свой новый клип в мегическом стиле с голливудскими спецэффектами. Композиция «Твой поцелуй». И это четвертая строчка топ-5. Не могу отказаться. Вечер закатом, сутки растек. Твой поцелуй сердце обрек. Что мне сказать? Не могу надышаться. И небо ишится. Радость приходит после тревог. Твой поцелуй сердце обрек. Сон обнимает. Любовь горячится. На пятой строчке топ-5 самый трогательный, искренний, эмоциональный клип Дениса Клявера «Когда ты станешь большим». Смотрим и умиляемся. Как будто у меня здесь проходит. Нормально?
Да, да. Я не хочу тебя учить, но. Когда тут будет снимать, я вот сюда положу листочек. Сейчас. Давай. Поехали. Все, камера пошла. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения, я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дорожить? Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Ну что, скажи свое мнение, тебе ж не все равно. Как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть, я не хочу тебя учить, но знай, в любой момент с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Вот так незаметно мы приблизились к финалу нашей программы. С вами была Екатерина Толстова. Программа «Ваше шоу» – топ-5 российских клипов. Всем пока и до встречи на канале «Поговорим плюс ТВ».